Так, всем привет. У нас сегодня очередной день. Павел Григорьевич там решил присесть. А что ты сел? Я только сел. Иди и рассказывай, что у нас нового. Давай. Калитка. Давай. Тут фрагмент так необразный. Там калитка такая с фламинго. Потом сделали ему вот такую перилину. Вот. И сейчас ему на территорию надо было лавку. Он говорит, чтобы было похоже на перилину. Ну, сделали. Вот так вот давай сделаем. Сделали вот такую лавку. Красивую. Начали делать. Начали, да, точно. Ну, сделали, на мой взгляд, это когда придумали. Придумали, нарисовали. Вот, договорились о цене. Вот. В общем, вот такая будет красота. Думаю, в понедельник, во вторник ребята уже ее покрасят, и мы ее снимем. Вот, в это время Андрей Владимирович у нас сделал вот такую птичку. Цельнокованную. Ну, осталось крылья. Вот. Ну это как обычно, не это секрет фирмы, они не выдают его. А все время без тебя делают? Да, без меня начали они делать, потому что я работаю, мне некогда. Да, нам просто ждать некогда. Да, им ждать некогда. Ну, все, в принципе, довольны, самое главное. Посмотри, хочу показать. Давай. Сделали, вот я там бамбук сделал, и как верхняя часть, чтобы для облегчения сделал из трубы. 26, то ли 27 миллиметров труба. И чтобы она состыковывалась не просто в стык. Мы делаем ее вот папа-мама. Вот так вот. Вот она. Это для жесткости, чтобы она, ну, потом в итоге не сломалась там никогда в жизни. Все это место проварится, зачистится, и ничего следа не будет. Это вот сюда вот этот элемент. Вот на верхнюю часть. Ну, в общем, будет. Покажи на картинке. Нижняя часть состыкована будет. Да. Вот, это вот она элемент. Нижняя часть здесь тоже у меня пойдет из кругляка на 20, она тоже откована. Вот отсюда вот я ее отмечаю. Здесь она тоже будет вот сюда в трубу вставляться, папа в маму. И вот так вот, чтобы она тут тоже не сломалась. Это мы всегда так делаем. Ну, то есть такие... Вот это бамбук. Вот есть у нас матрица такая. Бамбук делаем. Вот бамбук из трубы великолепно смотрится. В 100 раз лучше, чем из цельного куска металла. Чем цельно кованый. Да, сейчас покажу, в чем отличие. Вот это вот сделано из цельного куска металла. Видите, он какой гладкий, ровный. Аж противный. А здесь он с изъянами, как настоящий бамбук. Вот он рос, трескался, трещал. Вот он живой, он настоящий. Вот это, я понимаю, высший пилотаж для бамбука. А это из цельного куска. Он нормально, но как кость смотрится. Поэтому лучше делать из трубы. Там просто надо трубу подобрать и правильно, да, сделать оснастку. Да, это абсолютно верно. Ну вот, в принципе, все, что мы хотели сегодня вам сказать. Думаю, я к ребятам приду в понедельник, во вторник. Больше секретов никаких тут нету. Да что-то не помню. Съездили к заказчику, значит, по поводу зоны приготовления пищи. Пойдем, покажем, что вы там долепили, да. То есть, да, получается. Он, значит, одобрил все, понравилось. Ну, то есть макет все помнят, то есть Павел Григорьевич с Андреем Владимировичем тут кое-что доделали, долепили, вот так вот я это у него сделал. Одна пожелание было, дополнительная работа, как бы это, которая не была указана в договоре. Он, я, говорит, хочу еще веток добавить, чтобы тут объем создать. Значит, его предложение, вот я тут ветки, они просто нагнулись, долепил. Это существующий ряд веток, вот этот добавили, и вот этот добавили. Вот, ему, чтобы вот здесь вот до объема. Я сначала попытался сделать равномерно, тут сделать ярус, чтобы ветки были. Он говорит, нет, тут не надо, только делаем вот здесь вот. Вот, ну, дополнительный столик еще вот я на макете сделал, прилепил. Он говорит, все сюда входит, поднос там с мясом, там еще что-то, кастрюли некуда ставить. Сделали вот сюда еще один столик, вот, показал ему. Посмотрит, если все одобрит, будем дальше разрабатывать. Ну, в общем, будет все нормально. Кстати, мы с Андреем Владимировичем сняли вот то, что мы уже установили днем. Я на телефон, ну телефон так себе, конечно. А Андрей Владимирович на фотоаппарат. Так что у нас дневные фотки есть. Да, это кому? Вот этого изделия. Вот, но мы потом все равно будем все там доделывать, уже потом все сделаем так, как надо. Ну, первоначальный вид, по крайней мере, а то ты в прошлый раз снимал. Ну, вечером было уже все. У нас ночью темно, мы уже торопились, ничего не получилось толком фотки. Ну, кто видел, конечно, тот поймет, потому что мы и в кузнице снимали, и все прочее. Да, а кто не поймет, тот не поймет. Да, а когда ветки добавим, уже второй вариант будет, получается, доработанный. Да, уже круче все в три раза. Ну, в общем, Андрей Владимирович сейчас крылья вырезает, хвост. Сейчас сделаю шаблон, прикину, если получается, то я по шаблону потом крылья. Да, ну, в общем, всем получается до понедельника.
То есть в понедельник мы уже во вторник увидим уже готовое изделие. Да, наверное. Ну все, всем всего доброго, всем пока. Пока.